Рок-музыка сегодня – вызов обществу или продвижение идей? И помнит ли Ярославль громкие рок-фестивали 80-х годов? Все это можно узнать на уникальной выставке Музея современного искусства. И из музейных аудиторий на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Александра Панкратова. Саша, добрый вечер. Расскажи, чем интересна эта необычная рок-экспозиция? Да, Светлана, добрый вечер. Музей современного искусства вновь готов порадовать весь Ярославль новой фотовыставкой «Рок за кулисами». Ее автор – кандидат педагогических наук, а также музыкант из Ярославля Андрей Селивко. Выставка продолжает цикл под общим названием «Рок-панорама». Всего в экспозиции 48 фотографий. Каждая раскрывает совершенно новые грани истории рок-фестивалей. К примеру, на выставке представлена часть уникального архива фотографий группы «Ария Мастер» с самого начала их творческой деятельности, а также фотографии группы «Воскресенье» и архив ярославских рок-фестивалей. К слову, на открытии организаторы подготовили множество сюрпризов. К примеру, выступление акустической группы «Тембр Бит», а также только сегодня, в день открытия, совершенно бесплатное посещение выставки для всех ярославцев и гостей города. Светлана. Спасибо. На связи со студией была Александра Панкратова.